классы по специальностям фортепиано, гитара и другим классам прошли в рамках Всероссийского музыкального фестиваля «Звездный десант» в детской школе искусств имени Юрия Розума городского округа Щелково. Занятия с юными музыкантами провели педагоги Российской академии музыки имени Гнесиных, Государственной классической академии имени Маймонида, Московского губернского колледжа искусств. Каждый ученик получил комментарии и советы от профессионалов мирового уровня. Это один из важных проектов моего фонда, который я создал 18 лет назад. И, собственно, создавался-то он на Щелковской земле. Все стартовало с Загорянской музыкальной школы, которая теперь известная на, наверное, всю страну. Идея создать фестиваль родилась как часть проекта сохранения и приумножения нашей российской культуры. Международный благотворительный фонд Юрия Розума проводит фестивали подобного формата с 2007 года и успел охватить за это время почти все регионы России, в том числе организует их в Щелково. В этом году фестиваль «Звездный десант» завершился торжественным концертом в Центральном дворце культуры. В программе прозвучали шедевры мирового музыкального наследия. Стипендиаты фонда Юрия Розума вместе с симфоническим оркестром Министерства обороны Российской Федерации перенесли гостей торжественного вечера в музыкальный мир сочинений Моцарта, Бизе и Сен-Сана. В завершении концерта народный артист России, пианист Юрий Розум исполнил знаменитый первый концерт Чайковского. Евгения Корытько, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.